Суск не выявил нарушений в ошибочной облаве на частный дом в Барнауле. В августе в ходе операции правоохранители разбили окно, напугав семью. Хозяйка дома повредила осколками руку, а ее маленькая дочь до сих пор боится спать. По версии следователей, правоохранители действовали в рамках полномочий и облаву проводили по судебному решению. Поэтому претензий к их работе у ведомства нет. Наказания они не понесут, уголовное дело возбуждено не будет. Но следователи продолжат проверку, чтобы узнать, как в доме семьи оказался прописан правонарушитель, которого искали полицейские. Следует отметить, что материалы проверки в части внесения сотрудниками УФМС России по Алтайскому краю сведения о регистрации лица, указанного в постановлении об обыске по адресу проживания женщины и ее семьи, подлежат выделению в отдельное производство и, соответственно, будет дана отдельная юридическая оценка. Напомним, после ошибочной облавы хозяйки дома Инги Волшенина и ее маленькой дочери пришлось пройти курс реабилитации. Кроме психологического вреда, женщина получила и физический. На порезанную руку наложили швы. Она намерена добиваться наказания виновных.